Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Так как у нас уже начался новый месяц, сентябрь, кстати, желаю всем начинающим или продолжающим учебу удачи в учебе. Ну а мы сегодня поговорим про изменения, которые были сделаны в августе на Корее. Изначально, после объединения двух еженедельных заданий на убийство мобов в локации Ифнир и Великий Лух, в награду давали по 20 штук сундуков со знаками культиста. Теперь это количество увеличили до 25 штук. Также была увеличена награда за победу в основном задании обороны Ифнира с 12 до 20 штук сундуков со знаками культиста. Далее очень важное и своевременное изменение. Чтобы уменьшить неудобства, связанные с рубкой деревьев, то, что необходимо долго ждать, прежде чем у тебя появится возможность высадить следующее дерево, время отображения срубленного дерева было уменьшено с 10 до 5 секунд. Ну а где было 5 секунд, так и осталось 5 секунд. Спустя дохрена времени, когда это уже никому не надо, разработчики вводят в игру перекрафт последних грейдов ремянских свитков. Далее я буду говорить просто какого грейда свиток, потому что далеко не все знают вообще название свитков. Просто все знают, что это свиток вот такой-то эпохи, этот свиток такой-то эпохи, и понимают, для чего он нужен. Для создания свитка грейда второй эпохи, 5 штук, нам понадобится свиток грейда реликвии, 25 штук, образцы флоры сада матери, 3 штуки, пергамент, 1 штука и 5 очков работы. Для создания свитка грейда четвертой эпохи, 5 штук, нам понадобится свиток грейда второй эпохи, 25 штук, малый кристалл Эфи, 1 штука, пергамент, 1 штука и также 5 очков работы. И с одной стороны может показаться, ух ты, неплохо, но с другой стороны нужно опять же вспомнить, сколько свитков нужно для пробуждения шмотки того или иного вот грейда. Ведь, допустим, чтобы скрафтить хотя бы 50 каких-либо из этих свитков, понадобится довольно хорошее количество ресов. Была исправлена ошибка, то что при установке ковра в гильдийном доме он сразу давал эффект. Теперь этот эффект нужно активировать умением, подойдя к нему. В локации Ифнир на парящем острове теперь всегда будет открыта дверь. Та, которую вы пробегаете, выполняя задание по событию. Умение «Жизненная сила» из ветки сопротивления теперь 100% накладывает на заклинателя, то есть на вас самого, данное умение. И вот вам еще под конец кое-что связанное с умениями, но это не ребаланс. У некоторых умений была улучшена анимация. Да, это то, что все ждали. А вы что подумали, ребаланс умений? Нет, конечно же. А это у нас ветка воодушевления, умение камертон, стихия вода и воздух, умение диссонанс, стихия огонь и воздух, ветка оборона, умение удар щитом, стихия порядок, ветка скрытность, умение метка убийцы, стихия огонь и воздух, ветка мистицизм, умение оковы смерти, стихия огонь и воздух, и также умение пронзающие копья, стихия земля. И, как всегда, ссылочка на используемое видео будет в описании. Ну а вам напомню, чтобы ничего в дальнейшем не пропустить, подписываемся на канал и прожимаем колокольчик.